гид-инструктор. Сейчас я вам объясню, как все будет это проходить, как мы будем сплавляться. Значит, для начала нам нужно сесть в раф. Садимся мы на вот эти красные баллоны. Закрепляемся передней ногой под передней подушкой, задней, вот так вот закрепляем под другую, чтобы вот так вот можно было отклониться. Сейчас я вас рассажу. Значит, вперед садятся вот эти два мужчины. Да. Давайте, вторые номера тоже два мужчины. Первые номера подпихивают ножку переднюю вот под эту стопу. Так, обе ножки в рафт под подушку, обе ноги под подушку. Хорошо. Значит, сейчас я вам объясню, что касается гребли. Значит, чтобы вести, берем все вот так вот, ставим на голову, и чтобы угол в локтях был примерно 90 градусов. Как осуществляется грибок? Значит, берется, наклоняется вперед, вставляется лопасть в воду и подтягивается спиной. Так вы тратите намного меньше сил на грибок и остаетесь свеженьким на протяжении всех спусков. Вот, значит, и также я буду отдавать команды, чтобы нам было проще рулить, чтобы было интереснее. Вот это будет у нас правый борт, вот это будет левый борт. Все запомните свой борт, кто какой. Команды будут такие: правый вперед, левый вперед, все вперед и команда стоп. Все поднимаем весла из воды и ничего не делаем. Значит, также будут команды назад, вы их выполняете соответственно. Команды мы выйдем в озеро, сейчас потренируем, как грести, и все вы это поймете наглядно. Значит, по поводу... будет еще команда «Навались», когда придется чуть-чуть поактивнее грести. Новенький. «Навались». Да. Еще такого новенький, да? Вот. Значит, по поводу техники безопасности. Порог полностью безопасен, в нем нет ничего страшного, он глубокий. Камней в нем тоже нет, вы до них никогда не достанете. Значит, первое... О чем нужно помнить, это мы никогда не роняем весло, оно вам придает больше плавучести. Вот. Значит, в случае, если вы чувствуете, что вам страшно, вы можете немножко сместиться в центр рафта, либо схватиться вот за эту обвязку, либо за зеленые вот тоже обвязки и подушек. Если вы чувствуете, что вы уже совсем прям выпадаете, постарайтесь схватиться опять за что-нибудь. Можете за соседа, но это нежелательно. Вот. Если вы все-таки выпали и ни за что не схватились, ничего страшного, держим весло в руках, ложимся на спину и спокойно сплавляемся. Мы всегда вас догоним, ничего страшного, так не вы опять же не достанете, не утонете. Спасательные жилеты хорошие, держим. Значит, в случае, если вы оторвались, не переживаем, мы подгребаем, мы направляем лодку носом на человека и гребем к нему. Когда мы подгребаем, первые номера протягивают весло человеку. Он хватается за рукоятку, подтягиваем его к рафту и подтягиваем вот за эти вот лямочки. Не за руки, не за голову, а именно за лямочки. Тогда мы травмируем человека, и это будет все классно. В то время, когда кто-нибудь подтягивает человека, все не перестают грести, продолжаем выполнять мои команды. Значит, если вы видите, что рафт идет как-то не так, и вам кажется, что возможно было бы иначе по-другому, то вам это кажется, я знаю все свои команды, знаю хорошо порог, и просто главное слушайте мои команды, и все. Вот. Ну, я буду свой инструктаж дополнять еще по сплаву. Вот. Сейчас мы выйдем в озеро и потренируемся команды.